Всем привет, с вами Юля, и сегодня я расскажу вам про Эбби Бабинейбл из коллекции «13 желаний». Купи ребенку ТВ. Продается кукла в очень интересной красивой коробочке, где спереди можно увидеть логотип коллекции «13 желаний». Также можно увидеть надпись «Monster High», герб «Monster High» и мультяшное изображение самой Эбби. Сбоку можно увидеть надпись «Monster High». А сзади мы видим изображение самой Эбби, а также других героинь из этой коллекции. Сразу хочу обратить внимание, что прическа у Эбби не очень удалась, поскольку на картинке она, конечно, гораздо аккуратнее и фееричнее смотрится, нежели то, что мы видим, открыв коробочку. Но, несмотря на не очень удачную прическу, которую всегда можно поменять, остальной вид Эбби очень даже впечатляющий. Волосы ее украшены золотистыми прядями, а цветные прядки аккуратно уложены вокруг ее головы. Также на голове Эбби надета золотая диадема в виде сосулек с маленькой снежинкой. В ушах у Эбби надеты золотые сережки, похожие на морозный узор на окне, который мы видим обычно зимой. Макияж у Эбби довольно яркий, тени подобраны под основные золотые аксессуары у нее в костюме. Кроме того, золотые тени гармонируют с фиолетовыми бровями и нежно-розовыми губками. На шее у Эбби надето очень маленькое и аккуратное украшение со снежинкой в центре. Смотрится очень мило. Особого внимания, конечно, заслуживает платье Эбби, поскольку оно действительно очень красивое. Воротник этого платья сделан очень необычно. Он украшен золотистым узором в виде солнышка. При этом края воротника довольно неровные и сделаны как будто бы сосульки. Верхняя часть этого платья сделана из легкой сетчатой ткани и украшена золотистым узором в виде снежинок и различных морозных узоров. А нижняя часть выполнена тоже из такой же сетчатой ткани, но только голубого и розового цвета. А самая нижняя юбка сделана из плотной голубой ткани, а снизу у нее находится черная оборка. На платье у Эбби надет пояс, который, как и диадема, сделан в виде сосулек. На ногах у Эбби надеты открытые босоножки на высокой танкетке. Правда, на мой взгляд, они не очень сочетаются с ее платьем, кроме как золотая платформа подходит подо все. Верхняя часть этих босоножек белого цвета и сделана в виде льдинок, а платформа украшена небольшим изображением сосулек. На обеих руках у Эбби надеты большие браслеты золотого цвета, и сделаны они будто из льдинок. В комплект с куклой входит волшебная лампа, которая, по идее, должна исполнять желание. Лампа эта открывается, но джин оттуда, к сожалению, не вылетает. И зато я поняла, с чем гармонируют ее босоножки с лампой. Если приглядеться к лампе, то на ней можно увидеть маленькое изображение черепка Monster High, а на ножках можно заметить змеек. На крышке лампы тоже можно увидеть черепок Monster High. Также в комплект входит карточка персонажа, с одной стороны на которой изображена сама Эбби, а с другой стороны изображены другие персонажи из этой коллекции. И традиционно в комплект входит расческа и сидячая подставка для куклы, на которую вы можете посадить куклу, и будет создаваться ощущение, будто она стоит самостоятельно. Купи ребенку ТВ. Всем пока, с вами была Юля. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Купи ребенку ТВ.